Андрюша, давай, как тебя звать? Давай. Андрюша? Андрюша? Мы снимаем кино, кино снимаем, что? Сейчас будем смотреть. Андрюша? Показывайте. Тятя, так. Опа. Тятя. Мой зайчик. Каталина тоже хочет отзывать? Давай, Дёня, ты тоже, как тётя Бабаш. Куда-нибудь седай. А, ты будешь на киркосы хочешь? Косы? Заплетать мне косы. Боже, как это приятно. А, давай. Так, сейчас у меня будет прическа. Это все. Слушай, мне же интересно, ты мне прическу делаешь? Так. Мне прическу делать? Ух ты! На, резиночку, да, резиночку, да. Так, здесь все правильно. Резиночка. А где Калина? Все, мне прическу сделал. Класс. Ничего страшного, ну ты мне такую красивую прическу сделала. Ляля, да? Погоди, ну, кидай. Ой, держись ты. Да, мой хороший, да. Какие смешные. Вот, какие классные. Ну, ребята, я представляю, сейчас все воспитательные. Как тебя зовут? Матвей. Матвей тебя зовут. Дьявола, не знаю. Чета.
где-то там. Я где-то. Я вот там. Давай все игрушки разместим. Плова. Плова. Хотела показать вам базу материальную. Пойдем, я покажу. Делать. У меня парикмахер. Так, разгружаем, да? Сейчас, подожди. Ну, нам же надо распустить. Так, прическа. Ну, вам тут не скучно. Это да. Тихо, тихо. Только не ругаться, не ругаться. Все, все. Будет прическа делать Катарина. Так, все, мои хорошие. Все, а то мы переругаемся. Что мы хорошие? Все, Лапусик, я пойду. Ты же настоящий просто стилист. Стилист парикмахер. Куда? Ты меня будешь причесывать. Мой ты хороший, боже. Это все. Я сама такого не видела. Что я только не видела, но такого я не видела. Вы обратились, Слава, внимание, да, что дети... Так, теперь Андрюша взялся за меня. Слава, теперь он взялся за меня. Ну, давай. Давай, я учитель. Это практическая. Да, красиво. Да, красиво, красиво вообще. Не, я упала. Ты пойдешь? Нет. Давай. Андрюшка, иди сюда. Иди. Сюда. О, все, одеваю. Все, одевай шапку, так? Давай, одевай. О, все. Так, молодец. Яку ему. Яку ему. Света, Света, давай, Света, иди сюда.